Друзья, всем привет! Сегодня я, как обещал, я сниму рецепт, как я мариную грибочки для барбекю, для гриля, да? Для этого нам понадобятся грибы, шампиньоны 400 грамм, обычные белые, подсолнечное, либо у меня вот, например, рапсовое масло, да? Красный перец молотый, чеснок у меня тоже вот такой молотый, ну можно и обычный чеснок взять, да? Выдавить его. Перец у меня вот такой цветной разный, да? Здесь белый, черный, в общем, цветной перец. Соль, обычная соль. И сегодня я еще добавлю маленько зелени. Можно зеленью, можно без. На ваше усмотрение. Начинаем. Открываем грибочки. Грибочки мы открыли. Теперь берем просто грибы. У меня такие большие сегодня довольно-таки, я их просто режу пополам. Удобнее будет ложить, ну и пропекутся они, прожарятся ли лучше. Пополам вот так я их нарезаю. Если мелкие грибы, то я их оставляю целыми. Вот. Что нам также понадобится, да, я вот не сказал, доза. Чем больше, тем лучше, чтобы лучше перемешать. Обязательно доза с крышкой. Высыпаем сюда дозу грибы. Ну и нарезаем полностью все грибы. Вот грибочки мы нарезали. Теперь берем подсолнечное либо рапсовое масло. Кто оливка, кто на что любит. И наливаем. Я наливаю на глаз. Масла уходит довольно-таки много. Пока так нальем. Теперь мы берем перец. Перец у меня такой с дробилочкой. Берем и перчим сюда хорошо. Кто как любит по вкусу. Я, например, люблю, чтобы перец был такой. Чувствовался, что маленько остренько было, да? Посолим маленько. Каждый по вкусу, ребят. Грибы, они любят соль, так что не боимся пересолить. Чесночок. Я пользуюсь, да, таким уже молотым. Посыпаем прям так обильненько. Чтобы бактерии от короны все убивать, да? Ну и запах хорошенький будет. Ну и в завершение беру такой же красный, острый, молотый перец. И маленечко сюда посыпаем. Чтобы не сильно остро было. Дети тоже будут кушать. Вот, достаточно. Вот, и в завершение я еще вот такой вот зелени добавлю. Здесь обходит лук, как бы, да, такой перьями. Орегано, базилик. Тиамин, лук, укроп, паприка. В общем, все такие листики. Давайте, наверное, большую откроем. Аккуратненько посыпем. Кто с зеленью, кто без зелени. В общем, да, сегодня я просто решил сделать зелень, добавить маленько. Вот, хватит. Можно и без зелени. Теперь закрываем. Обязательно крышка нужна, да? И такими плавными движениями перемешиваем. Хорошо перемешиваем. Чтобы у нас соль, все это взялось. Вот видим, да, все оно уже какое, все прилипшее, все. Маслица чуть-чуть маловато. Нужно, чтобы они прямо в масле были. И лучше приправа, соль, перец. Все это более равномернее прилипнет. Вот, ребят, смотрите, какой. Какие грибы получились.
тканях, расцветочка, и с зеленью, и специи. Все прилипло, все равномерненько. Вот, теперь оставляем минут минимум на 20, а лучше на пару часов, чтобы грибы у нас маленько промариновались. Они когда промаринуются, они маленечко сожмутся такие, да? Уменьшится в размере за счет соли всего это. Ну и готовы наши грибы уже к жарке на гриле, на мангале. Кто на чем. Перемешиваю я всегда с крышкой. Почему? Потому что если ты мешаешь ложкой, то ты можешь ножки поломать, либо шляпки покрошить, да? Ну, особенно если грибы большие, они более хрупкие. Когда маленькие, там уже можно и ложкой перемешать. Ну, в общем, каждый на свое усмотрение. Я его делаю вот так вот. Все, это был мой рецепт. Все очень просто, обычные приправы. Если вам понравился мой рецепт, ставьте класс. Так. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Все, спасибо вам большое. Пока. Вот смотрите, грибочки я замариновал, они готовые. Так вот они выглядят в готовом виде, да. Запах, ребят. Вкусно пахнет. Сейчас мы их на балконе, да, зажарим вот в этом вот газовом гриле. Вот я грибочки разложил на гриль. Сейчас закрою, они у меня будут тушиться. Запашок идет вкусный. Здесь у меня, я сделал для себя побольше. Здесь у меня две пачки 800 грамм.